20 октября прошел 4-й фестиваль летней практики «Телелестница-2016» в формате премии. Решили сделать в формате премии, потому что мы считаем, что если студента наградишь, то он в следующем году, я так думаю, ну, это наше общее мнение, что он будет еще больше работать, будет еще стремиться к совершенству и, естественно, возможно, в следующем году снова победит. В этом году студенты с 1 по 3 курс боролись за победу в 12 номинациях, таких как «Быстрый старт», «Лучшая работа в кадре», «Стремление к совершенству», «Самые честные ведущие», «Собственный проект», «Лучший оператор-монтажер» и многие другие. Смогли отличиться не только победители и участники фестиваля «Телелестница», но и новоспеченные первокурсники, которые только начали свою учебу в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации в этом году. Они представили комическую нарезку из своих самопрезентаций, чем смогли поднять настроение не только студентам, но и членом жюри. Пытался повторить некоторые фразы известных телеведущих. Я не понимаю тех людей, которые идут по жизни без цели. Гран-при фестиваля и приз зрительских симпатий достали студентки уже 3-го курса Анастасии Ивановой с работой «День памяти и скорби». Уже больше года Настя работает в качестве корреспондента на Универ ТВ. И, как говорит она сама, для нее это еще один толчок к своей цели. Я не ожидала, что получу сразу 3 приза, приз зрительских симпатий и приз за сюжет, который вот как раз сделан на Универ Смотри. Мы снимали этот сюжет в 4 утра, шли по Миллениуму, и это было для меня ново и интересно. Я считаю, что это очень круто, когда человек получает по заслугам какие-то призы. Телелестница – это отличная возможность проявить себя, показать то, чему ты научился за годы учебы и к чему так упорно стремишься. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.